Сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпскому району в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконной добычи криптовалюты в селе Цабал обнаружена действующая майнинг-ферма. Оборудование в количестве 21 криптоаппарата демонтировано, изъято и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В отношении владельца объекта ШОУ Алхаса Сергеевича сотрудниками Энергонадзора Абхазии составлен материал об административном правонарушении. В городе Чимчира в частном домовладении Челачава Кахи Валерьевича сотрудниками районного отдела внутренних дел обнаружена майнинг-ферма на 15 аппаратов, которые также были демонтированы и изъяты. Владелец привлечен к административной ответственности.